Всем привет, дорогие друзья! И сегодняшний обзор мы начинаем с вами с самой высокой точки города-героя Керчи, гора Митридат. У подножья, вернее, не у подножья, а сверху, где начинается Митридатская лестница, стоим и смотрим вниз. Пройти нам 425 ступенек или пока повременить. Но я заехал на Митридат, на гору Митридат, для того, чтобы убедиться с вами, какая ситуация по движению на Крымском мосту. Сегодня у нас 20 августа 2022 года, раннее утро. Ну и вот с такой красоты мы начинаем свой обзор. Сегодня мы побываем с вами и на пляжах Керчи, на море. Побываем еще в одном месте. Проезжал мимо, грандиозная стройка идет. Ну и посмотрим, попробуем пообщаться с людьми, какая ситуация, поспрашивать, есть ли паника или все спокойно в Багдаде, как я сказал. Ну и после вот событий, которые происходили накануне и сейчас происходят по Крымскому полуострову, ну не очень, конечно, приятные, но что делать, таковы реалии жизни. Ну а мы с вами сейчас вот передвигаемся и смотрим вдаль, а сейчас вот еще раз хочу напомнить вам дату, вот у меня начали укорять в предыдущих видео, это видео там 5, 6, 7, 8 лет назад было снято, хотя мост построили всего 4 года назад, но это вот комментаторам, что монтаж, что движения по мосту нет, только в одном направлении, вот такие фейки распускают, я решил вот их опровергнуть. И сейчас мы смотрим с вами на мост, еще раз скажу, время около 9, в 10 час 20 августа, и движение по мосту, и по железнодорожной его части, и по автомобильной части мы с вами все сами видим. Конечно же, съемок здесь довольно-таки долго, много это я сделал в ускоренном варианте, так называемый таймлапс, ну, чтобы понять и оценить, какое движение сейчас идет в обоих направлениях. Конечно же, еще раз хочу повториться, заканчивается лето, на дворе у нас сентябрь месяц, школьный учебный год, и поэтому многие родители, конечно же, после так планируют, чтобы уже в конце августа выдвигаться по домам. Ну, я бы даже сейчас не сказал, что движение в сторону материка гораздо больше. Кто не в курсе, вот если смотреть на мост, с правой стороны движение автомобильное это в сторону Тамани, а с левой стороны это в сторону Крымского полуострова. Посмотрите, вот только что товарный грузовой поезд прошел, сейчас довольно-таки длинный пассажирский поезд прошел, билетов всех нет на сентябрь месяц на отдых в Крым, так что никакой паники нет, ничего нет, кроме солнца, моря, воздуха и хорошего настроения для отдыха. Отдыхают люди и ничего не боятся. И правильно делают, на мой взгляд. Ну а мы двигаемся с вами дальше, на море. Итак, дорогие друзья, добрался я до городского пляжа. Вот конечная остановка общественного транспорта. Ну тут же и парковка машин. Время 10 утра. И только начинают вот съезжаться люди. Сейчас хочу посмотреть, пройти на пляж, как обстоят дела после известных событий, как отразилось посещение пляжей вот в городе Герои Керчи. Все вы знаете, наверное, что там позавчера тоже был инцидент в небе над Керчью. Ну и посмотрим, какая сейчас ситуация, и пройдем в сторону городского пляжа. Это самый лучший пляж Керчи, облагорожен, вся инфраструктура здесь есть. Вот много машин подъезжает уже. Ну и на общественном транспорте здесь хорошо развито. Вот посмотрите, сколько автобусов стоит. И давайте пройдем, сейчас посмотрим и оценим, сколько людей. Вот у нас центральный вход на городской пляж. Здесь, как всегда, встречают нас торговые ряды. Вот смотрите, фруктиками торгуют. Ну и всяким скарбом пляжным. Такие вот круги плавательные. Зеленый крокодил. У вас такой же, но оранжевый есть. Помните, как в фильме «Мимино»? Так, ну вот, люди только-только начинают подъезжать, просыпаться. Я уже сказал, время 10 утра. Но я вот хочу с утра поснимать и показать вам в этот же день. Выложить сегодня у нас 20 августа 2022 года. Ну, здесь уже сразу же встречают нас общий пит. Люди уже вот сидят. Вот, кстати, вот платный туалет. Вот, а чуть дальше туда, там бесплатный, чтобы вы в курсе были.
кому какой больше нравится, тут можно и посещать. Ну и здесь вот кафешка, люди уже с утра, кто-то сидит, коктейльчики пьет, а кто-то уже пивком откисает после вчерашнего дня. Сегодня у нас суббота, вчера пятница была. Как известно, в пятницу большинство людей уже начинают с вечером расслабляться. Так, ну что у нас? Вот мы выходим с вами на территорию пляжа. Это вот детские развлечения здесь. Ну, пока все здесь замерло до рассвета. С этой стороны у нас вода, пиво и прочие воды. Ну и вот, собственно говоря, пляж. Посмотрите, как здесь все сделано. Песочек такой здесь шикарный. Навесики. Здесь мороженое. Вот, кстати, посмотрите. Я вот с радостью увидел. Вот филевское. Видите? Филевское мороженое. Когда в Москве я работал, филевское мороженое, я помню, ел очень-очень даже хорошо. Так, ну это вот беседки за навесками, как я их называю. Ну и что я хочу сказать. Народ прибывает вот с центрального входа уже. В 10 утра народу достаточно много. Ну, можно сказать, спасатель на месте, на боевом посту. За буйки не заплывать, как обычно. И вот уже здесь люди располагаются на своих полотенчиках. Кто не хочет брать в аренду шезлонги, зонтики. Ну и, собственно говоря, вот ситуация у нас. Что у нас с водичкой? Давайте попробуем на ощупь. Какая вода? Вода прям, дорогие друзья, прозрачная, посмотрите. И теплейшая вода, шикарная. Сейчас на момент съемки температура воздуха плюс 30, ну а вода где-то 25, точно есть, 26. Просто шикарная водичка, как вы видите, ни медуз, ничего здесь нет. Подход в море великолепный, ну и вот уже люди начинают потихонечку здесь принимать солнечные ванны. А вон впереди у нас, видите, Крымский мост стоит, движение по нему идет, интенсивное движение, причем в обоих направлениях, и ничего не произошло, как пишут в интернете, что паника в Крыму. Никакой паники нет, дорогие друзья, люди как отдыхали, так и отдыхают. Единственное, что сейчас вот все ближе и ближе осень и начало учебного года. Но осень, она только по календарю. В Крыму еще сентябрь и октябрь, можно сказать, позднее лето. Так что в это время суток еще можно купаться и купаться. Ну вот еще одну горочку здесь
сделали надувную, и можно спускаться. Ну а так вот посмотрите, сколько людей в воде, достаточно много. Вот с этой стороны люди отдыхают сами себе. Ну хочу еще что сказать, это, конечно, городской пляж, и здесь достаточно много местного населения приезжают вот принять солнечные ванны. Ну и много которые только заезжают в Крым, сразу раз заезжают в Керчь, там денек-два побудь здесь и дальше уже двигаются вглубь Крымского полуострова. Ну а так вот, собственно говоря, никакой паники, никаких беганий, все спокойно, чинно, размеренно протекает жизнь на пляжах Керчи. Вот там у нас вот Ашинцевская коса, завод «Залив», вон он вдалеке видно, там плавкраны стоят. На переднем плане люди, и сзади вон волейбольная площадка. Ну еще, если что интересно будет, сейчас покажу вам. Прошел я в другую сторону пляжа городского в Керчи. Там вот дальше другой пляж начинается, но туда не пойдем. В принципе, обстановка вся понятна. Люди подтягиваются потихонечку. Все вот места, где есть тенек, быстренько занимаются. Вот люди торгуют здесь. Ну и, собственно говоря, время 10:30, и вот люди потихонечку подтягиваются, даже видно, вот в раздевалках переодеваются и занимают вот эти все грибки, в принципе, уже заняты. Хотя вот грибок идет вместе с лежаком, но вот лежаки, видите, прикованы к грибку, их не покупают, но пока не выгоняют, и вот люди так вот потихонечку с полотенчиками туда ложатся и пользуются теньком бесплатно пока. Ну а кто вот покупает вот эти лежаки, они, конечно же, прям на законных основаниях под лежаком, под грибком уже располагаются. Так что, дорогие друзья, вот такая ситуация, здесь нормально все, все люди отдыхают. Ну, в принципе, подходить, спрашивать уже как-то это не актуально на данный момент, хотя можно спросить, что сколько стоит. Здрасте, а сколько лежак стоит? Не знаете? 700 рублей. Два? Эмблем, да. На день. А, вы местные или приехали откуда-то? А, как отдыхается? Прекрасно. Я вот все хотел спросить, как в связи с этими событиями, с последними. Паника есть? Нет, никакой паники. Отлично все, да? Чего снимаете вас? Не надо, да, больше не буду. Хорошо. Извините за беспокойство. Так, ну вот видите, особо люди не настроены сниматься, хотя, как сказать. Так, ну вот, дорогие друзья, проехали мы, посмотрели городской пляж, и давайте дальше поедем, посмотрим. А вы не забывайте ставить лайки обязательно этому видео, чтобы оно продвигалось и как можно больше набрало правдивой информации. А то в сети появляются разные фейки и забивают всю информацию, которая вот правдивая. Ну а мы с вами, вот видите, здесь какие даже диванчики с матрасиками есть, с мягенькими. Ну а тут вот кафешечки работают, пивко люди попивают, а мы выходим с вами на центральную аллею и на центральный выход. Итак, дорогие друзья, находимся мы в самом центре города-героя Керчи, площадь Ленина. Вот Владимир Ильич стоит, а за его спиной лестница на гору Митридат. Пожалуй, самая высокая точка в городе-герое. И вот мы сейчас с вами видим, что вот вдалеке реставрация драмтеатра идет. Вот здесь идет реставрация Романовской гимназии. Ну и глобальная реконструкция идет на самой площади. Посмотрите, дорогие друзья, какую колоннаду здесь выстраивают. Будет просто шикарно. Так, ну, видим мы здесь вот поддоны с плиткой. Паспорт объекта. Давайте посмотрим, что у нас здесь пишут на паспорте объекта. Строительство ведется за счет благоустройства площади Ленина. За информационным табло вокруг церкви Иоанна Предтечи со сквером воинам-интернационалистам.
в районе Адмиралтейского проезда. Адмиралтейский проезд вот там находится, дорогие друзья, если быть в курсе дела. Ну и вот, посмотрите, благо ворота открыты, сейчас мы этим и воспользуемся. Посмотрите, какая красота здесь, дорогие друзья. Идет реконструкция, вот там сквер афганцев, тоже все это делают. Новые такие вот светильнички ставят, видите? И вот, собственно, сама колоннада. Ну давайте пройдем, пока никого здесь нет. Посмотрим, какая красота. Гляньте, вот начинают, возводят. Ну еще, конечно, работы здесь много, но я уже вижу, что будет очень и очень красиво. Ну вот и до города-героя Керчи. Вон там Адмиралтейский проезд. Доходит вот такая вот красота. Вот, наверное, ко мне идут, выгоняют. Сейчас мы пойдем на улицу. Смотрите, как шикарно здесь все. Покидаю, покидаю. Покидайте, покидайте. Покидаю, покидаю. Покидайте. А я что делаю? Вы покидайте. Ну и покидаю. Да, кто вам вообще надо? А что у вас открыто здесь? Закройте тогда. Но это не для вас. Это не для вас, я не знаю. Давайте, видишь, какой грубиян. Без каски ходит, кстати. Вот так здесь идет строительство, дорогие друзья. Ну, мы с вами засняли. Все. Ну и вот на такой ноте хорошей мы будем заканчивать свой обзор по городу-герою Керчи. Ну и по Крымскому мосту. Вы сами все видели, что все нормально, все работает, все крутится. И никаких панических настроений в Керчи нет. Так, ну вот, поснимали мы с вами площадь Ленина. Вот, посмотрите, одна линия идет, вечный огонь, освобождение Керчи. Здесь, кстати, вот недавно, недель две назад, инцидент был. Какие-то танцевали на памятнике, залили пластиком вечный огонь, но благо поймали. И теперь вроде одна из танцовщиц сейчас дворы метет и моет памятник. Ну, что-то я ее не вижу, чтобы она его мыла сейчас. Вот такие инциденты тоже бывают. И вот вышли мы с вами к подножью Митридатской лестницы. Вот здесь идет реставрация, глобальная реставрация Романовской гимназии. Вот видите, здесь даже два паспорта объекта. Мы неоднократно с нами уделяли им внимание, но пока вовнутрь нам не удается пробраться. Ну, а так вот здесь вот все в лесах, Романовская гимназия сама. И вот начинается здесь Митридатская лестница. Туристов много, машины подъезжают. Здесь даже вот частники подрядились за 300 рублей. Могут вас в объезд, кто не хочет идти пешком, 425 ступенек, может на машине заехать. Но было 300, сейчас не знаю сколько. И вот самое интересное, с левой стороны 425 ступенек, с правой, по-моему, 427. Вот здесь, да, сувенирчиками торгуют. Видите, сколько уже народу. Здесь тоже вот сквер перед лестницей облагородили. Ну, а это вот Романовская гимназия в лесах. Ну, а я буду на этом заканчивать, дорогие друзья. На лестницу мы с вами пойдем гораздо позже. Посмотрим, как она выглядит. Будем стараться отыскать с вами мох, о котором заявляют некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментируйте. Яндекс.Дзен обязательно подпишитесь. Ну и спасибо всем, кто помогает мне в поездках по Крымскому полуострову. Без ваших помощи многих видео не было бы. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.